Приветствую, любительницы и любители гусеничного транспорта с пушечками. С вами вновь Эфемер Абстракты. И сегодня я вам покажу, как взял мастера на Чиха. Вместе со мной на тот момент катался Богдан. Собственно, из-за него мы и поехали на вот этих маленьких уровнях. Но так как я коллекционирую мастера, я все-таки решил записать. И даже вот такого маленького кляйны-кляйны мастера. Меня зачем-то он толкает, не знаю. Мне вроде это скорости не сильно добавляет, да я и никуда не тороплюсь. Выкатываемся на центр города, типа ТТ. Ждем. Ну, как-то враги не торопятся нас порадовать. Здесь Богдан вылетает и начинает расстреливать БТ-7. То довольно успешно у него получается. Я же прикрываю его от вражеского ПЗ-1С. ПЗ-1С сосредотачивает огонь на Богдане, и Богдан заканчивается довольно успешно. Я остаюсь один на один с рандомом жестоким. Здесь у меня еще один ПЗ-1С, который я тоже успешно добираю. Ко мне выскакивает М2 Light, получает. И вот он еще один Чиха. Здесь я тороплюсь, и плюшка уходит мимо. Вообще там Чиха мне довольно нравится, потому что у него кое-какая даже броня, если так можно выразиться, есть. Ну, смешная, конечно, там, если угол поставишь, то что-нибудь может срикошетить. Вот. Но все лучше, чем ничего. Вот, и пушка довольно такая пробивная и дамажит неплохо. Если не ошибаюсь, здесь у меня до сих пор нет... Вот, кстати, вот рикошет был. Вот экипаж у меня до сих пор здесь не докачанный, и стоит только вентиляция. То есть, ну, я как бы не поклонник такого, чтобы прям в песке сидеть. Ну, иногда выкатываю, бывает у меня такой грешок. Вот, добираю я своего оппонента. Тут у меня хитрый ЛТ-ВЗ-38, который по мордасам получает. То есть вот пушка очень пробивная, и эти вот мелкие уровни, даже маска ничего не останавливает фактически. Ну, конечно, вот кроме действительно тяжелых танков, там типа АМХ-38, вот, там действительно могут быть проблемы. Вот, ЛТВЗ тоже 38 без проблем заканчивается. А это, между прочим, уже 5 фрагов. Тут у меня жаба задавила починить кослю, и я ее... чиню средствами экипажа, а не ремкомплекта. Едем дальше, находим Мардера. Мардер получает, но Мардера я опасаюсь, потому что если у него топовая пушка, то он меня снесет сейчас. Но у него ничего не получилось, потому что союзники всех забрали. На этом все. До встречи в следующих видео.